Офигенный день. Солнце слепит. Вообще не облачко на небе. Смотрите, как ярко. Хорошо. Минус 15 примерно на улице. Но при этом, смотрите, жарище. Иду по какой-то тропе. Сегодня я не на велике. Сегодня фэтбайк отдыхает. Решил сегодня просто пешочком. Нашел тропинку, протоптанную дикими лыжниками. Хожу, птичек слушаю. Не знаю, будет слышно, не будет слышно. Очень интересно. И снег на деревьях тает от солнца. И такой шелест стоит. Тишина. В общем, весна скоро. Выходите в лес погулять. Где-то дятел стучит.